Гурман, слово не наше, а тип наш. В ресторане он один, ибо это не разделить ни с кем. Он не торопится, ибо он на месте. Все это называется... Скажите Ашоту Марковичу, что я пришел. Пожалуйста, бифштекс по-суворовски, с кровью, но мидл. Спасибо. Он не спеша близоруко оглядит блюдо, поправит луковичку, не отрывая глаз, заправит салфетку за галстук, ножик и вилочку он берет как медицинский инструмент. Ножичком подвигает картошечку к мясцу, расставит поудобней горчичку, соль, перец, чуть-чуть повернет блюдо мясцом к себе. И еще чуть левее. Еще раз близко оглядит все. И приступает. Оттопырив задние пальчики, отрезает кусочек мяса. Нет, не отправляет в рот, нет. Оглядывает его. Затем кончиком ножа поддевает немного горчички, накладывает на кусочек мяса, обмазывает все это пюре, сверху кладет кусочек соленой помидорки и отправляет в рот. Ушло. Слеза ото всего. От горчички, от счастья, от одиночества. Вынул салфетку, отпил вино, достал из верхнего кармана зубочистку, пришел в сознание и, улыбаясь, оглядел зал.